Привет. Так. Репку. Опа! Выросла репка. Опа! Большая, прибольшая. Стал дед репку тянуть. Так. Стал. Опа! Стал дед. Так. Репку. Опа! Тянуть. Тянет, потянет, вытащить не может. Позвал дед. Так. Бабку. Убила бы. Бабка. Убила бы. За детку. Так. Детка. Так. За репку. Опа-на. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала бабка. Убила бы. Внучку. Я готова. Внучка. Я готова. За бабку. Убила бы. Бабка. Убила бы. За детку. Так. Детка. Так. За репку. Опа-на. Тянут, потянут, а вытянуть не могут. Липнула внучка. Я готова. Жучку. Блохи замучили. Жучка. Блохи замучили. За внучку. Я готова. Внучка. Я готова. За бабку. Убила бы. Бабка. Убила бы. За детку. За детку. Так. Детка. Так. За репку. Опа-на. Тянут, потянут, и опять не могут вытащить. И тогда позвала жучка. Блохи замучили. Кошку. А я сама себе. Кошка. А я сама себе. За жучку. Блохи замучили. Жучка. Блохи замучили. За внучку. Я готова. Внучка. Я готова. За бабку. Убила бы. Бабка. Убила бы. За детку. Так. Детка. Так. За репку. Опа-на. Тянут, потянут, и опять не могут вытащить. И тогда позвала кошка-мышку. А я сама к себе. Мышку. Достали. Мышка. Достали. За кошку. Я сама к себе. Кошка. Я сама к себе. За жучку. Блохи замучили. Жучка. Блохи замучили. За внучку. Я готова. Внучка. Я готова. За бабку. Убила бы. Бабка. Убила бы. За детку. Так. Детка. Так. За репку. Опа! Тянут, потянут и вытянули репку. Когда огнями вспыхнет небосвод, ты попроси у дедушки Мороза, пусть Новый год удачу принесет. И пусть замерзнут слезы, ты попроси душевного тепла и той любви, что проходила. Часы пробьют 12 раз, и Новый год пойдет в свои владения. Исполнится желание в тот же час, а может то же самое мгновение. Когда часы пробьют 12 раз, и Новый год пойдет в свои владения. Исполнится желание в тот же час, а может то же самое мгновение. Стучит в окно, и все вокруг наполнится надеждой, и заблестит хрустальное вино. И в доме будет счастье, как и прежде. Когда часы пробьют 12 раз, и Новый год пойдет в свои владения, исполнится желание в тот же час, а может то же самое мгновение. Когда часы пробьют 12 раз, и Новый год пойдет в свои владения, исполнится желание в тот же час, а может в то же самое мгновение. Пробьет 12 раз, и Новый год пойдет в свои владения.
8 дней. Йоу, йоу. Шел по лес. Стенов и берез, мимо просек, мимо пней. Йоу, йоу. Шел по лесу 8 дней, мимо просек, мимо пней, мимо кленов и берез. Йоу, йоу. Убегает, словно быстрая вода. Сегодня времени не жалко, потому что к нам идет Новый год. Опять Снегурочка придет, и посмеемся до слез. Опять подарит нам подарки добрый Дедушка Мороз. Но только бомбы их донес, вот только где-нибудь пути не дает. Это сказка точь-точь, это праздник под названием Новогодняя ночь. С Новым годом, страна, с Новым годом, народ. И пускай же нам всем в этот год повезет. Как пройдет эта ночь, так и год весь пройдет. Значит, празднуй, ликуй и тусуйся, народ. Don't you come back no more. Don't you come back.
The fire is slowly dying, and my dear, we
me coffee in my favorite cup. This one I know. Yes, I know. Hallelujah, I just don't think so. But I call him on the telephone and tell him that I'm all alone. By the time I come from one to four, I hear him. Человеком. Он поможет тебе. Настоящий мужчина тот, кто уделяет внимание семье. Он настоящий мужчина. Он Дон Макарон. И отправляю тебя к дяде, тете, кузине, тёще, крёстного отца, родного брата моей сводной сестры. Молодец, могу ли я остаться дома на Рождество? С тобой, с мамой, с бабушкой? Нет, сынок. Тебе пора повзрослеть. Отправляйся завтра с рассветом. Сядешь на первый пароход до Нью-Йорка. О, мама мия, Санта Мария Герба, сынок! Не уезжай, пожалуйста! Возьми пирожки, тебе пригодятся. А то ты взрослый человек, ну честно, ну! Оставь пирожки, возьми пистолет! Помни, сынок, учись, смотри и слушай. И помни, ты тоже Макарона. Не подведи это имя. Похоже, что он искал. Наверняка полицейская ячейка. Кто ты? Зачем ты произносил мое имя? И не смей мне врать. Я тут по району прогуливался. Так красиво. Люди такие приветливые. Мы живем в плохом районе. Однажды с нашей улицы украли полицейскую машину. С двумя полицейскими. В дом постоянно лезут воры. Каждый раз, когда я пытаюсь закрыть форточку, я прищемляю кому-нибудь пальцы. Если врешь, будь краток. Но если хочешь жить, говори правду. На самом деле, я племянник кузины, тещи, сестры, сводного брата вашего отца. Меня зовут Паоло Макарона, и я приехал из Сицилии. Но это еще нужно доказать.
Может быть, тебе допросить с пристрастием? Дон Макароны, клянусь, я не вру. Ваша тетка Мария жила через дом от нас. У нее были самые вкусные яблоки в округе. Не дрожи, да и не трещи так. Время от времени стоит говорить глупости. Это способствует созданию теплой дружеской атмосферы. Мне отец столько о вас рассказывал. Я знаю, что в детстве вы собственноручно... Молчайте. Теперь я понимаю, почему тигры едят своих детенышей. В детстве я молил Бога о велосипеде. Но потом я понял, что Бог работает по-другому. Я украл велосипед и стал молить о прощении. А еще отец говорил, что вы... Им не надо, не надо. И чего же ты хочешь? Племянник кузины тещи крестного отца, троюродного брата кузины, свода сестры моего отца, Фаула Макароны. Я хочу стать таким, как вы, Дон Макароны. Отец сказал, что рядом с вами я могу стать достойным человеком. Я такой же человек, как и все. Лучшие годы своей жизни я убил на то, чтобы помогать людям хорошо проводить их время. И какова же была награда за это? Все, что я делаю, это удовлетворяет спрос. А на меня вешают все эти трупы, кроме, пожалуй, погибших на Первой мировой войне. Подумай еще раз, чего именно ты хочешь? Я хочу денег. Денег. Когда я был юн, я хотел захватить весь мир. Но потом я понял, что нельзя иметь все и сразу. И я начну с малого, с денег. Теперь же я знаю, что счастье не купишь. Но деньги могут помочь его обрести. Осталось только с умом потратить деньги. Ну а для этого нужно всего лишь две вещи. Сами догадайся, какие. Алло? Как? Он обещал. Он за это ответит. Убейте его кто-нибудь. Дон Макароны, Луиджи не внял голосу разума, нарушил свои обещания и сейчас дает показания полиции. У нас проблемы. Я всегда говорил, что добрым словом пистолета можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. Вы просили простить его? Можно ли простить врага? Я говорю, Бог простит. Нам осталось лишь организовать их встречу. Пуля очень многое может поменять в голове. Даже если попадает в гораздо ниже. У меня есть пистолет! Неужели? Скажи мне, Серджио, как называется человек без образования, но с пистолетом? Придурок с пистолетом. Молодец. А как называется человек с пистолетом? С образованием, но без пистолета. Образованный придурок. Молодец. А как называется человек с образованием и с пистолетом? Настоящий мужчина, Дон Макароны. Тогда я хочу получить образование. Я отдам 30 своих головорезов лишь за одного человека, умеющего решать вопросы, разговаривая. Тогда я буду юристом. Юрист может украсть со своей папкой гораздо больше, чем вор в своей маске. Но, Дон, грядет война с кланом Дона Луиджи. Нам нужны стволы, а не дипломы. Чем вам может помочь диплом вашего родственника? Не тряси зеленую яблоню. Как-то яблоко упадет, оно само сосредит. Когда яблоко созреет, то росло упадет. Я знаю. Мальчик мой, я помогу тебе. Жизнь суровая штука. В ней не обойтись без семьи. И у меня есть для тебя первое поручение. Для этого и нужны крестные отцы. Добро пожаловать в семью Паула Макароне.